Привет, дорогие друзья! Советую вам всегда проверять перед покупкой, когда вы покупаете дозиметры. Кроме того, что проверять их работоспособность и состояние, нужно еще проверять их заражение на радиацию, ну, радиационное заражение, потому что вы не можете знать, где они были, может, они из Припяти, из Чернобыля приехали, из других мест, где есть радиационное заражение. То есть их, те дозиметры, которые вы покупаете, нужно проверять еще рабочими другими дозиметрами. Ну, у меня в этом случае вот этом FAST сентилятор. Вот, получили, допустим, вот приехал СП-68, вот в таком, конечно, состоянии корпуса, нуждается в реставрации, но в первую очередь и самое важное, не дышать возле него, не лапать руками, не облизывать, а проверить его на зараженность. Берете, я это делаю вот так атомфастом, еще с слюдяным дозиметром, любым слюдяным, с голой слюдой. Вот, это чистый. Дальше, вот депешка тоже. Желательно все проверить, чтобы все было чисто. Если оно будет загрязненное, то ни в коем случае нельзя его трогать руками, дышать, даже вдыхать воздух вокруг, пыль с него. Ни в коем случае нельзя, потому что сократите себе несколько десятков лет. Так, а пыль есть она везде, даже не в таком состоянии. Вот. Пыль абсолютно везде, вы просто ее не видите. Вы сейчас вдыхаете пыль, она существует везде. Ну все, проверили, чистый. Смотрите, покажу, какое бывает состояние СРП. 68. Это все уже высохло. Вот состояние. Вот такое. Краска вся уже побабчилась. То стекло целое. Ой, красавец, какого он года. Даже батарейка вроде есть внутри. Разъемы питания вообще вот зелеными. Болтики зеленые стали. Они что, из латуни, интересно? Бронза или меди, из чего они? Наверное, латунь. Смотрите, сколько песка. Смотрите. Песок, тупо песок. Георазведывательный прибор. О, зато ручка целая, даже не потрескалась. Это редкость. Обычно они все лопают, этот пластик. Вот такая, такой зонт. И здесь, смотрите, сколько песка. Капец, кто засыпал сюда песка? Им что, песок мерили? Понятненько. Ну вот, бывает и вот такое. Здесь тоже разного добра. Состояние не бито, не крашено. Один владелец, гаражное хранение. Вот какое состояние. Все. Кнопочки работают.
кусок надо явно выбросить. Потому что капец насыпали песка. Ну все, все проверяйте, друзья. Не покупайте котов в мешке. И обязательно проверяйте на зараженность ваши приборы. Чистые ли они по радиации. Это важно. Ваше здоровье важнее этих приборов. Все, всем пока, друзья.